Полицейский сбил двоих пешеходов в Шымкенте. По словам очевидцев, 39-летняя женщина и 10-летняя девочка шли по пешеходному переходу. В этот момент их буквально снесла патрульная машина. Эти кадры сняли очевидцы накануне. На них видно лежащих в разных сторонах на земле женщину и ребенка. А рядом на обочине стоит помятая патрульная машина. Пострадавших госпитализировали. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. У девочки сотрясение мозга, ссадины и ушибы. В пункт городской детской больницы была доставлена 10-летняя девочка. У нее было головокружение и телесные повреждения. Врач-травматолог и нейрохирурги осмотрели пациентку, госпитализировали в отделение. Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести. И к другой жуткой аварии. На участке дороги, где произошла авария с полицейским в Шымкенте, есть видеокамеры, которые должны были зафиксировать происшествие, говорят очевидцы. По факту ДТП с участием полицейского проводится расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В департаменте полиции извинились за сотрудника и заверили, что ход расследования находится на особом контроле руководства. Стража порядка, который сбил пешеходов, может ждать штраф почти в 7 миллионов тенге, исправительные работы или до 2 лет лишения свободы.